Классический вентилятор от ID Cooling типа размера 120 мм с поддержкой PWM. В этом видео мы распакуем вентилятор ID Cooling модель TF12025 Black. В комплекте прилагаются два набора крепежа, толстые саморезы для крепления к корпусу и длинные винты с тонкой резьбой для крепления к радиатору системы жидкостного охлаждения. Посмотрим на вентилятор поближе. Это модель типа размера 120 мм, толщина стандартная 25 мм. Корпус и лопасти выполнены из черного пластика. Всего лопастей 9 штук с изогнутым профилем для создания максимального воздушного потока, который достигает 76 кубических футов в минуту. По углам корпуса предусмотрены виброгасящие накладки. Питание вентилятора получает через 4-пиновый коннектор с поддержкой шин для регулировки оборотов. Подключается он к соответствующей колодке на материнской плате. Что касается конструктивных особенностей, то внутри кулера используется гидродинамический подшипник. Наконец, поговорим о технических характеристиках. Скорость вращения заявлена в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту, а уровень шума находится на отрезке от 15 до 35 дБ в соответствии со скоростью вращения.